Всем привет! Закончил. Такое сувенирное изделие, самодельный стилет. Сейчас попробую. Со светом не очень, уже темно. Сегодня весь день дождь идет. Непосредственно само острие. Это вот четырехгранный напильник. Клеймо разглядеть будет, я думаю, очень сложно. Что-то больше похожее на букву латинскую У в круге. Непосредственно небольшой больстер из латуни. Рукоять рог. Здесь, если откровенно, поставил медную трубочку только из-за того, что когда сверлил отверстие, здесь оказалось более тонкая сама оболочка рога. Ну и получилось такое отверстие маленькое, пришлось его рассверлить и вклеить туда трубочку. Все вот такое вот изделие. В плане эргономики оно, я говорю, больше сувенир, ручка маленькая. Все, рукоять сама по себе больше такая. Ну, для удержания, не знаю, в качестве шила вполне удобная вещь. Также из бамбука изготовил, ну как изготовил, проделал четырехгранное отверстие, все это пропитал, чтобы влага не скапливалась. Также сделал небольшое вентиляционное отверстие. Сама железка, ее постоянно надо проверять, скажем так, и в идеале смазывать маслом, потому что ржавеет этот напильник очень и очень быстро. В закрытом виде здесь сделал небольшую меточку, потому что четыре грани, и как это все туда не очень видно. Выглядит это вот таким образом. Некое подобие ножен получилось более темным. Рог, конечно, тоже можно затемнить, но это уже возможно в дальнейшем. Ну и то, наверное, не стоит возиться так интересней. Фиксируется пока, скажем так, пока бамбук держит очень и очень крепко. Как-то думать ничего особо придумывать не стал. Взял, отрезал кусок кожи, наждачкой его обработал, придал ему старину, скажем так. Вид такой, все-таки это рукодельное все изделие. Можно, конечно, это вешать, но носить, я думаю, смысла особого нет. Это больше все же сувенир. Будет находиться на полке. Даже, скорее всего, поедет одному заказчику. Его интересовал такой вариант. Это уже обсудим в переписке. Здесь, скорее всего, будет просто узелок, либо это можно сплести. Ну, тут вариантов масса. Еще раз повторюсь. Захотелось сделать. Посмотрел на аукционах. Старинные есть. Там, естественно, ручки побольше. Рукояти. Так как это все же планировалось как оружие использовать. Вещь такая довольно специфическая. В старые добрые времена использовалась для поражения живой силой противника. Когда-то совсем давно это использовалось именно для пробивания между доспехами такого типа клинки. Фиксируется тут по сути, ну, сантиметр-полтора. Дальше бамбук полый. Еще раз поближе. Надеюсь, видно будет. Длина там чуть больше 10 сантиметров. Четыре грани. Фокусироваться как-то особо бодро не хочет. То есть, в принципе, довольно простое изделие. То, что трудоемкое, там какие-то мелочи, моменты. То есть, такая вот длина. А здесь зубильцем
наклепал некое подобие. Узор не узор, но, в общем, вот что получилось. Еще раз. В закрытом виде. Есть отметочка. Маркером поставил, чтобы это все... Входит еще раз. Пока это все, ну, я не думаю, что это будет использоваться в повседневном. То есть больше как сувенирная продукция. В единственном экземпляре.